Танцевальный спорт в нашем районе уверенно развивается. И, пожалуй, одно из самых убедительных доказательств этого – то, что есть много совсем еще юных спортсменов, которые шаг за шагом под руководством опытных тренеров осваивают нелегкое танцевальное искусство. Для того, чтобы добиться реальных успехов в танцевальном спорте, нужно очень многое – способности, желание заниматься и упорство в достижении целей. Все это есть у воспитанников спортивной школы Олимпийского резерва «Изумруд», которые увлекаются танцами. Открытое первенство Славянского района стало важным этапом подготовки для начинающих спортсменов. У нас проходят соревнования по двоеборью. Это стандартные танцы, медленный вальс, венский вальс, квикстеп и латиноамериканская программа самбо, ча-ча-ча, джайв. Ну и для малышей мы проводим праздничные соревнования, детские танцы, такие как диско, вару-вару, полька, танец маленьких утят. Это те начинающие спортсмены, которые только-только начинают танцевать, чтобы попробовать, что это такое соревнование. Открыли соревнования молодые спортсмены, которые уже давно занимаются танцами. За их выступлением внимательно наблюдали самые юные танцовщики и их родители. Я занимаюсь танцами уже 5-й год. Я хочу стать чемпионом России. Стремлюсь показать красоту танца, элегантность. И мои самые любимые танцы – это медленный вальс и ча-ча-самбо. Красивый танец – это когда нравится самому зрителю и себе. Твои любимые танцы? Они все любимые. Но больше мне нравится латино, потому что она более подвижная, веселая. После выступления спортсмены переоделись и продолжили свое участие в открытом первенстве уже в качестве судей, оценивая младших ребят. Зрители горячими аплодисментами благодарили юных танцовщиков за их старания. Те, конечно, прилагали все усилия, чтобы продемонстрировать все, чему их уже научили. В итоге все юные спортсмены подтвердили свой уровень, самые лучшие были награждены почетными грамотами. Андрей Вишневский, Игорь Иванчуков, программа «События».